Здравствуйте, мои дорогие телезрители, и с вами снова Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. И как вы догадались, где я? Майкл Корс. Я сегодня покажу не сумки, а одежду. В данный момент вот это вот платье кораллового цвета, вот такое вот оно ажурное, на него есть скидка. Вот смотрите, 395 евро оно стоило, и со скидкой 50% 198 евро стоит это платье. Вот такая вот блуза с длинным рукавом, но очень нежная, летящая, легкая ткань. И вот такая вот юбка Michael Kors. Цена блузки 125 евро. Минус 40% скидка. 75 евро стоит эта блузка. Юбочка 150 евро стоила. И минус 40% скидка 90 евро. Достаточно длинная рубашка. Так, 40% скидка, 175 евро, и со скидкой 105 евро. Очень красивый сарафан, плиссированный. Открытые плечи. Это металл. Очень красивый цвет. Он достаточно длинный, очень красивый сарафан. Представляете, как он будет при ходьбе летать? Это просто очень красиво будет. Хочу сразу сказать, что это платье не на скидках, но, по крайней мере, когда я делала съемку, 235 евро она стоит и без скидки. Возможно, уже скидки есть на это платье, нужно спрашивать, если что, имейте в виду. Посмотрите, какой свитер, 3/4 рукав, укороченный. 125 евро он стоил, минус 40% скидка. 75 евро стоит этот свитер. Посмотрите, какие шортики. Очень красивые. Сто 150 евро минус 40% 90 евро. Следующее вот такое вот платье, длинный рукав, очень красивый принт, поясок, воланы. Пятьдесят процентов скидка, то есть 250, 125 евро сейчас стоит это платье. Состав этого платья. Здесь тоже на скидках все. Вот эта вот курточка
Материал такой плащевочный, синего цвета, очень хорошее качество, с капюшоном. Пятьдесят процентов скидка, 295 евро, 147 евро будет стоить этот плащ. Это куртка. Обратите внимание, какое красивое платье. Очень красивая. Этот ремешок входит в стоимость вместе с платьем. Это платье 250 евро стоило, 50%, 125 евро сейчас оно стоит. Безумно красивое. Посмотрите, какая блуза, какой принт. Вообще прелесть. Да, я видела эту блузу летом. Это новинка сезона. 195 минус 40%. 117 евро стоит эта блуза. Следующее идет вот такое вот платье. Оно очень похоже на предыдущее, потому что принт в горошек и оно темно-синее. Единственное, что здесь меняются вот такие вот рюшки, воланы, манжет. В общем, модель другая, только ткань одинаковая. И 235 евро минус 40% скидка стоит это платье. Следующее идет вот такая вот кожаная курточка. Сразу говорю, что это размер маленький, самый-самый маленький, XS. Да, кожа очень плотная, но под этот стиль очень подходит. Она укороченная. Michael Kors, 595 евро и минус 50% скидка на эту куртку. 297 евро 50 центами стоит сейчас эта курточка. Хорошенькая, хорошенькая, учитывая, что это Michael Kors и натуральная кожа. Посмотрите, какая фурнитура, как она прошита, но маленький размер остался. Кто носит такой маленький размер, в самый раз. Смотрите, какое красивое платье. Я сама очень люблю такой цвет. Цвет азура. Голубой. €275 оно стоило. Посмотрите, какое оно кружевное. Красивое. И минус 40% скидка на это платье. Обратите внимание, какие шортики. Очень красивый дизайн. Тоже, соответственно, все это на скидочках. €150 они стоили. И минус скидка 90 евро. Обратите внимание, какой топ. Вот с таким укороченным рукавом. И он сам по себе тоже коротенький. Очень красивая расцветка. Я так думаю, что даже гармонично будет смотреться с этими шортами и с джинсами. Что сейчас очень в тренде. 125 евро этот топ стоил. Минус скидка и 75 евро сейчас стоит. Посмотрите, какое красивое платье, какой принт. Конечно, лето я обожаю. Лето нам дает возможность одеваться вот так ярко, красиво.
250 евро стоило это платье. Посмотрите, какой манжет. Очень легкое платье. Ну и, конечно же, на него тоже скидка, минус 40%. Дальше идет вот такой вот блейзер. Это темно-синий цвет. €295 он стоил. И сейчас 177 евро. Хорошая цена для Michael Kors. Посмотрите, какая блуза. Юбочка. Все это темно-синий цвет и крупный и мелкий горох. Очень красиво смотрится это сочетание крупно с мелким. Тоже ткань очень легкая. Внутри тоненькая нежная комбинация. Топ. Очень женственная модель. С правой стороны новая коллекция, я вам сейчас ее не показываю, потому что я концентрирована на скидочках. 195 евро эта блуза стоила. Со скидкой 97,50 стоит эта блузка. Юбочка 165 евро стоила и минус 40% скидка. Дорогие мои телезрители, я показывала вам вот это платье, оно кораллового цвета, оно было не на скидках. А вот это оранжевого цвета, точно такая же модель. Так вот, 235 евро она стоит и со скидкой 141 евро. То есть оранжевая цветом есть скидочка, а на коралловый цвет пока нет. Но имейте в виду, что съемочку делала я немножко раньше, а выкладываю на YouTube чуть позже, поэтому имейте в виду, что скидка, она может поменяться. Поэтому, если что, имейте в виду, возможно, и кораллового цвета тоже на скидках. Не знаю, не знаю. Задавайте вопросы, я всегда отвечу. Дорогие мои телезрители, спасибо вам большое за то, что вы были со мной, за то, что вы посмотрели мое видео, за то, что подписались, поставили лайк, написали комментарий. Мне всегда будет приятно, я всегда прочту. А также хочу напомнить, тот, кто впервые зашел на мой канал, все, что я показываю на моем канале, вы можете заказать через меня. Да, это моя работа. Она проходит очень успешно, и все, кто заказывает через меня, все довольны, еще не было никаких неприятностей. Все доходит быстро, четко. Я работаю с моей стороны очень хорошо, все довольны. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Всю информацию о приобретении товара вы найдете под видео в описании, а также номер телефона вы найдете в закрепленном комментарии. Все, что вы видите сейчас вот напоследок, это все новая коллекция. Если вы хотите, чтобы я сделала вам видеообзор, обязательно напишите в комментариях, и я сделаю вам видеообзор на новую коллекцию. С вами была Регина, и до скорой встречи. Пока-пока. Ну вот, мои дорогие телезрители, сегодня вот такой у меня был денек, рабочий день, обычный рабочий день. Одену, а то солнце светит. Но сегодня у меня был рабочий день, не курьеровский, а именно шопинг, шопинг и шопинг. Сейчас я вернусь домой. Опять мне нужно поработать немножко. И посмотрим дальше, что я буду делать. Всех люблю, целую. И пока-пока. Кроссовочки там беленькие, красивые.